В советском районе Самары проживают больше 170 тысяч человек, бок о бок с новостройками хрущевки, в которых долгие годы не было никакого ремонта. Асфальт во многих дворах развалился, детские площадки пришли в негодность. Об этом говорят люди на общественных слушаниях в рамках проекта «На связи с губернатором». С появлением в городе общественных советов ситуация начала меняться. Просьбы населения слышат, берут на карандаш, бытовые проблемы решаются. Мы завозим жителям чернозем за свой счет. Мы завозим жителям песок за свой счет, и мы завозим жителям ограждения. Но с одним условием, что жители его установят сами, потому что мы считаем, что мы должны это делать вместе с жителями. Совместная работа власти и жителей приносит ощутимую пользу. Активные и неравнодушные самарцы, которые любят свой город и хотят участвовать в его развитии, в первую очередь могут рассчитывать на помощь общественных советов. Вечером молодые папашки, да, у которых дети, даже у кого нет детей, да, они вышли, да, и лопатками разбросали. И это я вам говорю точно. Чернозем привезли, да, опять же, да, вот возле подъездов, да, вышли, ну не весь, конечно, подъезд вышел, да, а кто дома сидит, да, вышли, разровняли. Все, посадили цветочки. В столице региона 13 сентября состоятся выборы депутатов в районные советы. Самарцам предстоит сформировать команду созидания, которая будет работать на благо города и его жителей. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.